Армения, получив железным кулаком по голове, все еще не угомонилась, продолжает жить грезами и зариться на чужое. Тому свидетельством служит фотография, которая поделилась на странице Facebook президент Грузии. Салома Зурабишвили опубликовала в Facebook фотографию со страницы книги почетных гостей в ее резиденции. На ней видна запись президента Армении Армена Саркисяна, который в настоящее время находится в Тбилиси с официальным визитом. Выражаю искреннее удовлетворение приглашением президента Саломы Зурабишвили посетить Грузию. Я уверен, что результаты этого визита укрепят отношения армянского и грузинского народов на благо наших будущих поколений, написал Саркисян в книге. Президент Армении также сопроводил запись рисунком с контурами горы Агрыдаг, находящейся на территории Турции.